Основные причины гибели людей на водоемах испокон веков это является, это первое, это распитие спиртных напитков, заплывание за буйки, оставление детей без присмотра, а также, когда опекуны находятся в состоянии алкогольного опьянения, также детки у нас тонут в таком плане. Это как бы основные причины. Также несоблюдение элементарных правил безопасности на водоемах. Как я уже сказал, у нас на территории нашей Северо-Казахстанской области находится более 60 рек, 2000 водоемов и 100 котлованов. Но только на 58 местах можно купаться. Эти 58 мест расположены на 12 озерах и реке Ишим. Вся эта информация размещается в официальных интернет-ресурсах, на официальном сайте Акимата области. Получается, решением Акимата Северо-Казахстанской области за номером 97 определены официальные места массового отдыха. Как я уже сказал, их 58. Все остальные места являются запрещенными. На них купаться нельзя, то есть они не оборудованы. Что нам нужно, как говорится, для нормального и безопасного отдыха? Это спасатели, это организация правопорядка и соблюдение элементарных правил безопасности. Как бы это основное, основополагающее. Да, несчастные случаи на воде у нас уже имеют место быть. Буквально по сегодняшний день, по состоянию на сегодняшний день, у нас буквально 11 человек утонуло. Но из них при купании всего 3 человека. То есть остальные случаи это несчастные случаи. Кто-то на водоеме, на автомобиле съехал в водоем. То есть при неизвестных обстоятельствах именно при купании у нас всего 3 человека. Все, получается, утонувшие зарегистрированы на неофициальных местах купания. То есть буквально у нас на официальных, на вот этих 58 местах люди не утонули. Эта работа у нас, грубо говоря, планомерная, налаженная. С начала года проведен значительный комплекс мероприятий. Буквально перед началом купального сезона Акимом Северо-Казахстанской области подписан план мероприятий по обеспечению безопасности населения в период купального сезона, где распределены основные задачи как службам гражданской защиты, как департаменту ПЧС, департаменту полиции, то есть всем заинтересованным организациям, учреждениям. В свою же очередь департамент ПЧС совместно с департаментом полиции, молодежным ресурсным центром, молодежным крылом ЖАС-Отан при партии Нур-Отан разработали совместные мы порядок, график проведения рейдов, где привлекаем волонтеров, сотрудниками полиции, проводим разъяснительную работу, рейдовые мероприятия. Также совместно с Акиматом области, города и районов устанавливаются запрещающие знаки, купание запрещено, наглядные стенды. Но как бы хотел заострить внимание, что многое население игнорирует все эти мероприятия. Я, конечно, понимаю, да, что проводя рейды, беседуя с населением, население начинает говорить, вот мы тут исконно купались, мы будем купаться. Но нужно думать в первую очередь о своем здоровье, о своей семье, потому что в случае чрезвычайной ситуации, если кто-то будет тонуть, на помощь никто не придет, кроме тех, кто рядом. Но практика показывает, что человек, который тонет, может за собой забрать человека, который спасает. Поэтому квалифицированная помощь должна оказываться. Поэтому люди должны купаться в установленных местах, дабы избежать чрезвычайных ситуаций на воде. Главная рекомендация. Во-первых, у нас 21 век уже, да, информатизация, глобализация. Нужно многие правила мы как бы знаем все с интернета. Да, что-то хотим узнать, мы заходим в интернет, мы смотрим, узнаем. В первую очередь нужно узнать, где и как можно купаться. Вся эта информация есть в средствах массовой информации. Если вы приехали, если население приехало отдыхать, пожалуйста, приезжайте в оборудованные места. Дикарем не стоит купаться. Если приехали дикарем, то купаться не стоит. Где-то позагорать, это никто не запрещает. Но тем не менее, заплывать за буйки нельзя, распивать алкогольные напитки и купаться тоже нельзя, оставлять деток без присмотра. В таком плане, ну и беречь природу, загрязнять ее тоже не надо. Если выполнять все эти несложные правила и требования, я думаю, все будут счастливы и не будет допущено ЧС на воде.
кстати, актуальная тема, потому что у нас по нашей статистике есть и утопленники при рыбалке. Во-первых, у нас имеется решение областного маслихата об утверждении правил общего водопользования, где конкретно написаны: места, которые не определены для купания, катания, являются запрещенными. То есть, соответственно, вот эти 58 мест, они для катания на маломерных судах и так далее и тому подобное разрешены. В первую очередь нужно при себе иметь спасательные жилеты, также не употреблять спиртные напитки, иметь связь, то есть предупреждать перед тем, как поехали отдыхать, хоть рыбалка, хоть купаться, нужно предупредить близких, где и как находишься, потому что, когда едут на рыбалку, ищут безлюдные места, тихие места, где связь не ловит. И этого вполне достаточно, чтобы спасательный жилет был при себе и в трезвом состоянии. Да, это вот, знаете, отдельная тема для разговора. Если население у нас отдыхает, да, вот даже возьмем на Пестрое или городской пляж в черте города, это, пожалуйста, официальные места отдыха, там организовано дежурство, там наши спасатели дежурят. В таких местах всегда дежурят спасатели, можно к ним обратиться. Они всегда помогут, они увидят. Еще до момента, когда вы захотите обратиться, спасатели уже увидят, спасатели сработают. А те места, которые не находятся в черте города, тоже оборудованы. Там за счет, то есть арендатора обязывают содержать на своем балансе этих спасателей. Они проходят обучение, получают соответствующие документы, то есть и спасают людей в случае, если человек будет тонуть. Но если уже, грубо говоря, отдыхают где-то, место уже несанкционированное, то звонить короткий номер 112, это департамент ПЧС, в частности, управление кризисных ситуаций, направят необходимые силы и средства и будут спасать людей. Да, у нас, грубо говоря, лето только наступило буквально с прошлой недели. Да, вот нашим североказахстанцам принять с пониманием все эти рекомендации департамента ПЧС, местных исполнительных органов. Департамент полиции тоже не остается в стороне, всегда подходит, взаимодействуем очень тесно. Не купайтесь в неположенных местах. Не распивать спиртные напитки. Да, это правила достаточно простые. Не оставлять детей без присмотра, я еще раз повторюсь. И все эти несложные правила приведут, что все будет хорошо.